воспитанников хора разных лет. И вы сейчас видели, какая мощная волна старшего поколения, мам и бабушек появилась на сцене. И у нас будет концерт в концерте. Он будет состоять из одних шедевров Александры Пахмутовой, написанных на стихи Николая Добронравова. Только одна песня принадлежит Льву, стихам Льва Ашанина, песня о тревожной молодости. Она была написана, когда Александра Николаевна еще не встретилась с Николаем Добронравовым. Открывает этот концерт шедевров знаменитая, обожаемая, любимая песня взрослых и детей — «Беловежская пуща», солистка Гюзель Кунафина, которая принимала участие в юбилейном концерте этого хора в Кремлевском дворце. Я не объявила Анатолия Львовича, но его, по-моему, все знают. А за роялем Алексей Нестеренко. Пущу, беловежскую,
«Водопад». Солистка Александра Рочева. Отличная песня.